Йо, ребятки, всем привет, с вами Рамзес, и мы, ребятушки, возвращаемся в Counter-Strike, ребят, и продолжаем играть на моем зомби-сервере «Сожри меня полностью, зомби», то есть, пипец, ребят, какой перерыв был, сколько мы не играли, то есть, ну, ребят, это стоит лайка, обязательно поставьте свой лайк, обязательно заходите, играем вместе с вами онлайн, здесь всегда просто постоянные ребятушки, то есть, 19 человек вот сейчас играет. То есть, ну реально считаю это очень годным, так что залетайте, будем выполнять задания и все такое. Давайте напишем видео. Так, и все, ребятушки, так что жду вас всех. Так, остался последний человек, и мы сейчас подождем его. Задания, ребят, будут выполняться в следующей серии. Уже сегодня просто рассказал вам, потому что скидки до конца недели, ребят, 50%. Так что залетайте обязательно, кто хочет, покупайте привилегии, так и до конца недели скидки. Так, ребят, у меня что-то с пингом. Жесткий пинг, просто жесткий пинг. Давайте возьмем хаммер Powerful. То есть, и, ребят, не обращайте внимания на подлагивание. Я сейчас видосик загружаю, то есть на YouTube. Так что вот так, из-за этого подлагивания, ребят. Смотрите, сколько пацанов. Просто практически весь серый пацаны с привилегиями. Вы просто посмотрите, сколько аркан. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь. Сейчас играет, ребятушки, 19 человек, и половина практически из них с привилегиями, потому что скидки 50%. Вот смотрите, чатик. В честь Нового года действует скидка 50% на все привилегии. То есть, ребят, я считаю, реально это очень годно, так что обязательно залетайте, обязательно будем с вами здесь играть. То есть, ну реально очень круто, согласитесь. Вот как раз карту сейчас меняют. То есть, ну онлайн здесь постоянно, ребят. Также я здесь стримлю на своем серваке. Так что жду вас всех, ребятушки. Будем играть. Смотрите, сколько с привилегиями. Просто скидкой. Все привилегии навсегда стоят не 2500, а всего лишь 1250. На, если последний человек еще. Мы забыли взять с вами, ребятушки, ревенанта. Ну ничего страшного, ребятушки. Будем играть, будем выживать с вами. Сегодня просто повторяюсь еще раз, ребятушки, такая пробная серия, напомнить вам, то есть, что я вернулся играть и выживать только на своих серверах уже буду. Там на «Сожри меня полностью, зомби», там эволюционный паблик и «Сожри меня полностью, зомби 2». Ну, а если что так быстро выжившего убили? То есть, я считаю, вот смотрите, онлайн сейчас, вот, просто смотрите, ребят, онлайн 20 человек, вот. То есть, все 20 человек играют, то есть, я считаю, реально, это очень круто, годно, то есть, и не скучно, то есть, ну... То есть, ну, реально круто. Так что, ребятушки, вот так. Жду ваших лайков. Давайте возьмем айса. То есть, я хочу айса, айса. Топор айса. Можем позаражать зомби. Смотрите, давайте заразим зомби. Вот так, опа. Заразим вот так вот. Просто по-топовому. Круто. Согласитесь, ребят. То есть, все, будем играть, будем выживать, будем стримить с вами. И все такое. Давайте, в принципе, один раунд повыживаем. Возьмем ВСКшку. И попробуем... Ну, блин, подлагивание, ребятушки, есть, потому что я, ребятушки... Ой, Настя, чуть бы не заразили меня. То есть, подлагивание есть из-за того, что я видосик на YouTube выпускаю, и из-за этого... Ой, Настя, нам снова повезло, просто 1000 хп у кого-то, а уже не повезло нам, ребят. Настя, и недействующая команда. Мы не успели, ребят, возродиться. Вот это очень плохо. Очень-очень плохо. Вот, просто видите, ребят, пинг у меня. Так что это все из-за пинга. Вот, даже я попасть не могу... Так что не обращайте внимания, ничего страшного в этом нет, ребят. Даже не попал, просто не попадаю. Вот так. Ну, в принципе, ребят, думаю, вот такое новогоднее обновление. Новогоднее обновление, ребяшки. То есть, новогодние елочки, санты летают, снежок идет. То есть, все очень круто, новогодняя атмосфера. Так что, ребяшки, обязательно покупайте привилегии, кто хочет, со скидками 50%. То есть, пишите мне в ВК, я вам отвечаю, вы закидываете. Ну, все, ребята, сами это прекрасно знаете. Так что, все, ребяшки. Затягивать этот видосик так далеко не буду, долго не буду, ребяшки. С завтрашнего дня уже буду снимать выполнение ваших заданий, так что вот так, ребяшки. В принципе, все, всем спасибо за просмотр, обязательно, ребяшки, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока. Пока-пока.